Вот он наш котеночек. Приехали поздно ночью. Вот он ходит туда, куда ему положено, в песочек. Ну, а я видела, как он передвигается. Лапка у него правая, все-таки что-то с ней не то. Видимо, вывих какой-то. И он научился вылазить из клетки. Я его застала в... Ой, не может резкость навести. Бегая по кухне. Бегал по кухне. Ну и сейчас поэтому так активно ест, потому что доступ он вылез, а доступа до еды не было. Вот девочка приходила, его днем проконтролировала, а он, видно, вылез. Видно, вылез уже после этого. Поэтому вот такая бедняжка наша. Бедняжечка кушает. Подрос, мне кажется, за эти дни. Ну ничего, сейчас покушает, а потом будем его завтра уже купать, что-то с ним делать. Ой, несчастье такое. Господи, бедняжка. Бежит, 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 хромает. Лапку ставит, он выгибает вот, вот в этой части. Умка, уйди. Господи, трется об собак, трется. Они ее нюхают, она об них трется. Девочка, я посмотрела. Боже, я еще не раздевалась. Ночь, ночь на дворе. Ой, еще в обуви хожу. Тут у нас еще миски. Все наставлено. Надо чистить. Ох, как она ходит плохо. Бедненькая. О, 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 хромает, хромает. Хромает зайка. И вот лащится, лащится. Как она ласки хочет. Это вообще. Зигфрид, уйди, не надо, не пугай. Не пугай маленькую. Это я ее домазала. У нее там грыжа. Уйди, сказала. Завтра хочу купать. От глистов дать. А в субботу в ветеринарку. Но я боюсь, что она сильно маленькая для операции. Что ей надо еще окрепнуть. Это видно вследствие травмы у нее случилось. Потому что и лапка вон, и животик. Ой, бедняжка, бедняжка маленькая. Помыли наше чудо. Ставили тепловентилятор. Вот. Мыли в четыре руки. Снимать некому было. Вот. Поэтому уже показываю вот мокрый такой результат. Сейчас возьму расчесочкой вот этой вот. И тут я вижу колтунчики. Ну, вон блоха, кстати. Вон она блоха, по-моему. Темная. Вон. Сейчас буду еще и блох удалять. Так что руки мне нужны. Сейчас буду все подряд делать. Шампунь был от блох, но мы очень быстро смывали. Она вырывалась. И я думаю, он того действия не дал, чтобы прямо блох уничтожить. Ну, мы для чистоты. Чтобы смыть грязь, мыли в первую очередь. Так, сейчас приступим. Вот она как сбегает. Гриша, я снимаю, как она сбегает. О, боже, это вообще... Ну ты посмотри, Зигфрид, уйди. Вон она, она по решетке. А мы-то думали, как она сбегает отсюда. Ну, ну ты же закрыл специально. Вот. Давай, давай, давай. Узник Азкабана. Это или как? Из Шоушенка, да, только хотела сказать, боже. Ой, я не могу. Ну покажись, покажись, какая ты после мытья красивая. И хромая, и тем не менее. Умка, эти вырывают у меня телефон из рук. Ну покажись, покажись. Уже высушили. Я перед этим сижу, смотрю, вдруг котенок под ногами. А я ее положила
в вольер. Она покушала, сходила в туалет, пописала. А потом смотрю под ногами, я не увидела. Это второй раз. И уже теперь мы поняли, как она вылазит. Да, зайчик? О, на стол! Ой, боже, секрет. Уже у нас тут раскардаш. Ой, зайка маленькая. Секрет выбивает телефон. Ой. Она все, она на стуле хочет сидеть. Я не хочу там сидеть в загородке. Свободу. Вольным кошкам. Ой, боже, я не могу. Завтра к ветеринару вынесет вердикт. Оперировать, не оперировать, можно, нельзя эту грыжу. Ой, ну уже, наверное, с нами останется. Куда ж? О, спрыгать будет. Ой, резвая, хоть и хромое, но какое резвое. И пошла, пошла, пошла. Обследует кухню. Залезла на мешок. Там у нас картошка. Рядом мешок с собачьим кормом. Все как выгрузили, так и стоит пока. Ничем не занимаемся, только котенком. Я. Муж работает на удаленке. Очень маленькая. Ой, тихо, вот. Зик! Подходит, начинает меня. Зигфрид, Зигфрид. Головой трясет, нюхает котенка. Ой. Знакомство с собаками. Да? Знакомство с собаками. Да собаки добрее кошек. Наша кошка пока не принимает ее. Оскорбилась и ушла на улицу. Не возвращается. А, в хате, да? А как ты ее запустил? Через дверь она зашла. А, я не видела. А где она сейчас? Ну, она, ну, она шипела сегодня. Был момент, когда она так зашипела, сидя на подоконнике на котенка. Близко не подходила, но я уже думаю, где наша Мурка? Ой, где наша Мурка? Боже, все, это бесполезно ставить вольер, получается. Она удирает. Да, так все, собираем его. Да нет, ну пусть пока стоит, может хоть на ночь. На ночь она не уходила. Хоть бери сверху какую-то сетку, ставь. Вот лезет в кулек. Лезет в кулек. Ой, боже. Маруха. Все собаки в сборе. И Фаня вон пришла, нюхает. Все в сборе. Ну что ж ты залезла на сетку, уселась страшно. Не знаю, как назвать. Пока она доча. Ну а имя, конечно, надо придумать. Может быть, Масяня. Фаня, Фаня, может, ты мамой ее станешь? Удочеришь?